Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео у меня, вот, друзья, по проекту LightGPT. Это букс, где мы абсолютно без вложений на просмотре сайтов зарабатываем денежку. У меня две новости. Одна не очень хорошая, другая хорошая. Значит, начну не с очень хорошей. Надеюсь, вы все читали новость. Вот здесь, когда мы заходим, авторизуемся, у нас здесь появляется окошко, и администрация нас информирует о новостях. Значит, что у нас здесь? Переводим на русский. И здесь, дорогой пользователь, мы проведем длительное техническое обслуживание в понедельник, 1 ноября. Сайт закроется на техработы. Будем надеяться, что он вернется и будет работать так же хорошо, как и прежде. Так что имейте в виду, читаем. С завтрашнего дня, с понедельника, сайт закрывается на техработы. Это вот не очень хорошая новость, потому что сайт суперский. Ну а хорошая новость, конечно же, о том, что этот букс платит. Я, конечно же, вчера поставила денежку на вывод, раз такие вот закрываются на тех работы. И я вчера, 30-10, доллар 57 центов, сразу по пыренькому просмотрела рекламку и поставила денежку на вывод. Готово, и все замечательно. Значит, пэйр плюс доллар 55 USD. 31-10 и LightGPT платит. Вот такие вот у меня новости, ребятки. Конечно, жалко, здесь рекламка. Я постоянно даю рекламу. Очень хорошо идет баннерная у меня реклама. Ну что поделать, будем надеяться, что сайт в скором времени вернется. Там видно будет. Минимальный вывод, друзья, отсюда от 50 центов. У кого есть денежка на балансе, ставьте на вывод на всякий случай. Потому что мало ли что. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.